И снова всем здравствуйте. Выбрался я из дома. Хочу сходить сейчас вон на ту гору между двумя этими домами. Вот туда, в ту степь. Итого, 1,5 часа мне понадобилось, чтобы из города вот сюда вот прийти. Вот я и приперся. Здесь снегу вот так вот еще лежит. Березки готовятся. Вот такие вот они там. Ну а я полезу сейчас в косогор. Верба расцвела, распускается, вернее, уже. Вон какие у нее почки. Вот они, вербочки. Мне надо вот к этому клену забраться и попробовать у него взять соку. Каждый год у него беру. Он хороший клен. Во-первых, это подальше от города. Можно в городе, конечно, брать там где-нибудь на речке. Но там и... Условно будем говорить, что здесь почище, конечно, чуть-чуть. Но это все условно. Главное дело не в городе. Здесь такая бяка. Снегу еще хватает, когда он растает. Но я думаю, к середине его здесь не будет. Ну, а я полез. Установил бутылочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Завтра приду, соберу сок. И буду пить. Я уже попью маленько. Капает, но плохо. Ну, наберем. Наморозим. Летом будем пить. За ягодкой будем ходить. И дудонить потихонечку. Как-то так.